В Германии проживает на 15% меньше иностранцев, чем предполагалось ранее. Такие данные представило Федеральное статистическое ведомство страны, подведя итоги проведенной в 2011 году переписи населения. Кроме того, неожиданностью стал тот факт, что численность населения ФРГ составляет около 80 миллионов 200 тысяч человек, примерно на 1,5 миллиона меньше, чем думали эксперты. По мнению специалиста в области статистики Кармины Бреннер, такие несоответствия могли стать результатом поведения определенных групп населения. Так, например, если кто-то выехал за границу и об этом не сообщил, то он остается в регистре жителей, при том, что на самом деле таковым уже не является. Также перепись показала, что каждый пятый житель Германии – выходец из других стран, а самым многонациональным считается город Гамбург.